6 вещей в прихожей, которые приманивают в дом удачу и деньги. Некоторые предметы способны приманить в дом удачу, для этого необходимо размещать их в прихожей. Тогда они не просто обеспечат стабильную и безбедную жизнь, но и защитят дом от людей, приходящих со злым умыслом и от нечистой силы. Итак, давайте узнаем, какие вещи должны быть в прихожей. Первое. Подкова. Подкова давно считается предметом, символизирующим удачу. Все дело в старинной легенде, в которой говорится, что дьявол постоянно ходит по кругу. И если повесить предмет над входной дверью в прихожей, нечистая сила начнет путешествие с одного конца подковы, а дойдя до второго, не найдет выхода и вынуждена будет повернуть обратно. Получается, что подкова – это изощренная ловушка для неприятностей, мешающая злу и пропускающая в дверь добро. Второе – колокольчик. Этот предмет почитали наши предки, оказывается, зло боится громких звуков. И если периодически ударять в колокольчик, подвешенный в прихожей, нечистая сила не сможет пройти внутрь. Зато удачи путь будет всегда открыт. И если со временем звук колокольчика приглушается, пора заменить предмет новым, звонким. Третье. Денежная жаба. Этот символ хорошо знаком поклонникам фэншуй. Денежная жаба или лягушка часто устанавливается в прихожей спиной к двери. Задача статуэтки не защита жилища, а приманивание денег. Чем дороже материал и крупнее размеры жабы, тем больше доход получают хозяева дома. Однако легко приобрести подделку. У настоящей жабы, обеспечивающей дому удачу, глаза должны быть красного цвета. Четвертое. Веник. Веник не только обеспечивает качественную уборку помещений, но и препятствует проникновению зла в жилище. Для защиты его ставят в угол прихожей вблизи от входной двери. Ручка инструмента при этом находится снизу, а прутья сверху. Веник преграждает путь завистникам и недоброжелателям. Но даже если они войдут в прихожую, исполнить злые намерения не смогут. Важно иметь в доме только одну метелку. Пятое. Красная дверь. Красный цвет символизирует энергию, позитив и отличное настроение. Поэтому внешнюю и внутреннюю стороны входной двери стоит покрасить в этот радостный цвет. Удача никогда не пройдет мимо входа, который приятен глазу. Шестое. Зеркало. Зеркала часто используют в эзотерической практике для вызова душ умерших, для общения с потусторонним миром и для гаданий. Поэтому суеверные люди настороженно относятся к этому предмету, предпочитают не вешать его напротив кровати. Однако в соответствии с учением фэншуй, зеркало, висящее в прихожей, является проводником позитивной энергетики. Единственный нюанс – предмет должен быть круглым. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.